дверь закрой, приди, поплачь со мной. Надежды нет, нет помощи, нет средства. Джульетта, знаю я твое несчастье. Мой ум не может охватить все это. Я слышал, ты в четверг должна венчаться, и свадьбу эту отложить нельзя. Не говори о том, что слышал ты. Скажи мне, как избавиться от свадьбы. Если мудрость здесь твоя бессильна, то назови мое решение мудрым, и тотчас же мне этот нож поможет. Послушай, дочь, я вижу тень надежды. Когда себя готова ты убить, чтоб только свадьбы с графом избежать, решишься ты и наподобие смерти. Решайся, и тебе я средства дам. Вели мне спрыгнуть с высоты той башни, или заставь в могилу лечь спокойником и саваном покрой. От этих слов дрожу, но я без страха, без колебаний сделаю все это, лишь только б мне не быть женой Париса. Так слушай же меня, иди домой, будь весела и согласись на брак. Среда ведь завтра. Ночью ляг одна, кормилицу из комнаты ушли. В постель ложась, возьми вот эту склянку и выпей жидкость до последней капли. Через мгновение у тебя по венам прольется влажный и сонливый холод, замрет биение пульса, ни дыхания, ни теплота не выдаст, что жива ты, и станут пеплом розы губ и щек, и веки, как у мертвых, западут. И 42 часа ты пролежишь в таком подобии ужасной смерти, а встанешь, как от радостного сна. Но поутру, когда придет жених тебя будить, ты будешь словно мертвый, и по обычаю родной страны тебя нарядную в гробу открытом в старинный склеп снесут, где уж лежат все мертвые из рода Капулетти, в то время как тебе проснуться надо. Ромео будет знать все из письма и поспешит сюда. Мы оба будем ждать пробуждения твоего, а в ночь тебя Ромео в Мантую возьмет, и от позора спасена ты будешь. Но только если ветреная прихоть или женский страх твою не сломит смелость. О, дай мне, дай, не говори о страхе. Возьми, иди, будь счастлива, сильна в решении. В Мантую пошлют отчас монаха к Ромео с донесением. Любовь, дай силу мне, в ней избавление. Прощай, отец мой. Джульетта смотрит на подвенечное платье. Его она должна надеть завтра. Да, лучше всех наряд. Прошу тебя, кормилица, оставь меня сегодня. Молиться много нужно мне, чтоб небо склонилось над моей душой. Ты знаешь, горе и греха она полна. Вы заняты здесь? Не помочь ли вам? Нет, матушка. Уж выбрали мы вещи, которые понадобятся завтра. Позвольте мне теперь одной остаться. Кормилицу к себе возьмите нынче. Ведь дела неожиданного вам теперь еще немало. Ну, покойной ночи. Ложись, тебе покой необходим. Прощайте. Знает Бог час нашей встречи. Холодный, темный страх сверлит мне вены. Он замораживает жизнь и жар. Кормилец! К чему? Одна должна сыграть я жалобную сцену. Иди же, склянка. Если не подействует состав, и замужем я буду завтра утром. Нет, нет, не даст вот этот нож. А если это яд, что мне лукаво монах дал, чтобы меня убить? Бесчестье легло бы на него за брак с Парисом, ведь он же нас с Ромео повенчал. Боюсь, но все же думаю не так. Он до сих пор был человек святой. А если слишком рано я в могиле проснусь, пока Ромео не пришел, чтоб взять меня, вот что страшнее всего. Не задохнусь ли в склепе я зловонном, куда не проникает свежий воздух, и там умру, пока придет Ромео. А если выживу, быть может, я, мысль страшная о темноте и смерти, и ужас склепа самого. Тибальд, кровавый, там недавний гость гноится в саване. Там, говорят, в какой-то час ночной выходят духи. Вдруг я сойду с ума, когда закружит вокруг меня ужасный хоровод. Играть безумно буду с прахом предков, срывать с Тибальда саван. Мне кажется, я вижу дух его. Остановись, Тибальд! Ромео, я иду, пью за тебя. Кормилица нашла Джульетту в постели застывшей, без дыхания. Горе потрясло дом Капулетти. Готовились к свадьбе, а пришла смерть. Джульетту похоронили в фамильном склепе Капулетти, в гробу открытом, в нарядном одеянии, как полагалось по обычаям страны. Меж тем гонцу монаха Лоренцо не удалось добраться до Мантуи, где скрывался Ромео. Сторожа не впустили его в город, в то время опасались чумы, и гонец вернулся назад. До Ромео дошли слухи о смерти Джульетты. Он поспешил из Мантуи в Верону и ночью проник в склеп Капулетти. Но еще раньше Ромео пришел в Парис, чтобы возложить цветы на гроб Джульетты. Увидев Ромео и узнав в нем молодого Монтекки, Парис хотел схватить его, думая, что он пришел сюда мстить роду Капулетти. В поединке Парис пал мертвым. Ромео последним взглядом, последним поцелуем прощается с Джульеттой. Джульетта, почему ты теперь все хороша? Ужель смерть бестелесная в тебя влюбилась, и тощий гнусный изверг в темноте тебя здесь держит для утех любовных? Боюсь, и потому с тобой останусь. Я здесь стряхну ярмо зловещих звезд с усталой шеи. В последний раз глаза глядите, руки обнимайте, вы, губы, жизни двери, поцелуем скрепите договор с корыстной смертью. Приди, вожатый, горький, зловонный, мой кормчий безнадежный, и разбей о камни острые худую лодку. Пью за любовь мою. Аптекарь честный, скор твой состав. Умираю. В склеп входит монах Лоренцо с фонарем. Святой Франциск, спаси, как часто нынче я спотыкался о могилы. Кто здесь? Какая кровь пятнает ступени каменные в этот склеп? Кто шпаги окровавленные бросил в обители последнего покоя? Ромео! Бледный. Кто еще? Парис. Он весь в крови. Какой недобрый час повинен в этом случае злосчастном. Она проснулась. О, добрый мой отец. Где господин мой? Я знаю хорошо, где быть мне должно. Здесь, в этом месте. Где же мой Ромео? Шум слышу. Госпожа, уйдем отсюда, из этого гнезда заразы, смерти и сна жестокого. Сильнее нас сила разрушила наш замысел. Пойдем, здесь на груди твоей твой мертвый муж и мертв Парис. Пойдем, тебя сведу я к благочестивым сестрам в монастырь. Не спрашивай, не медли. Вот уж стража, Джульетта в путь. Остаться не могу я. Не уходи, я не уйду. Что это? В руке любимого зажата склянка. Яд, вижу я, причина ранней смерти. Скряга выпил, не оставив капли, чтоб мне помочь. Я губы поцелую, быть может, яд еще на них остался. Теплые они. Веди, веди нас, мальчик. Кто тут? Идут. Я поспешу. О, счастье! Нож. Вот ножны. Дай мне смерть. Окончена повесть о Ромео и Джульетте, о их большой любви и гибели.